Видео предоставлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет! Сейчас мы с вами выполним задание Lesson 45, урок 45, Exercise 4, упражнение 4. Прочитай. В первой строчке мы имеем слова со звуком «э». Данный звук передает английская буква «и». Tan, pen, red, pencil, bass. Следующий звук – широкий, английский «э». Данный звук передает буква «a». Black, cat, an, and, hat, pam. Краткий звук «и». Передается с помощью английской буквы «i». Swim, nick, his. Big, skip, stick, with. И еще один звук. Это американский звук «о». Передается с помощью английской «о», если она стоит в середине слова меж двух согласных. Fox, clock, frog, tom, dog, got, lawn. Задание выполнено. Если вам понравилось это видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.